В наше непростое время, когда люди на самоизоляции, продолжаем работать, потому что мы являемся социально значимым предприятием и выпускаем продукцию, жизненно необходимую для человека. Сейчас мы находимся на производственном участке, где производится наш любимый продукт «Новамин». На протяжении марта мы выпустили порядка 177 тысяч банок. А вот в апреле мы выпустили уже больше 300 тысяч банок. Мы поставляем продукцию в страны Европы, Турцию, Вьетнам, Монголия. Достаточно много продукции идет в среднеазиатские страны, и мы этому очень рады. Я вам хочу рассказать о нашем замечательном продукте иммунобустере «Корни». За месяц выпустили около 80 тысяч вот таких флакончиков. Увеличение выпуска коснулось не только продукта, который мы изготавливаем для России, но и для наших зарубежных партнеров. Мы с вами находимся у цеха по производству батончиков. Наши цеха работают в штатном режиме. Мы выпускаем продукцию, которую вы любите, мы любим. И мы хотим очень, чтобы эта продукция приносила пользу вам. А мы постараемся делать все зависящее от нас для того, чтобы нести в ваш дом здоровье, счастье и благополучие. Спасибо вам большое. Мы находимся на территории международного распределительного центра компании Siberian Wellness. Количество заказов на РЦ увеличилось в 2 раза, в том числе и количество заказов, подгружаемых через интернет-магазин. Также не ослаб интерес и спрос за рубежом. Ежедневно специалисты производственного отдела подготавливают к экспорту более 30 тысяч упаковок готовой продукции. Специалисты таможенного оформления департамента логистики сопровождают каждую поставку, чтобы обеспечить ее беспрепятственный проход через границу. С момента, когда машина встает на разгрузку, до момента, когда продукция готова к заказу, проходит всего 1 час. Уважаемые клиенты и партнеры, мы желаем вам крепкого здоровья. Вы можете не переживать за исполнение своих заказов. Мы ждем их и готовы исполнять точно в срок.